Всем привет. Купил отвертку ударную. Бум-бум-бум. Здесь стержень прямо насквозь ручки сделал. Она грамм, наверное, 220, 230 даже, а может даже 250, 260 весит. Очень тяжелая, очень тяжелая. Может даже и под 300. Ну что-то такое вот. Берешь такую отвертку сразу. О, вещь. Стоит такое удовольствие всего 113 рублей. Вот она. В магазине Питере я купил, в обычном хозяйственном. Хром ванаде. Их там три штуки было. Вот эта вот, большая самая. Поменьше чуть-чуть и совсем крохотная. Но я решил вот эту потяжелее взять, попробовать. Вот, конечно, ножом-то лучше метать, естественно. Но если предстоит какой-то вариант ехать в лес, какое-нибудь незнакомое место там покидать, то хорошие ножи, если потеряешь, а в это место потом неизвестно когда поедешь, то все. У меня, например, только три ножа. На соревнования надо три. Если один потерял, все, на соревнования как бы как. Вот эту штуку, 113 рублей. Совершенно не жалко. Потеряла, хрен заси. Да, еще здесь очень удобно. Вот так вот прямо берешь за эту штуку под ручку. И с полоборота она с 3 метров замечательно просто тыкается. О, кому-то для этого и сделано. Вот. Так как она тяжелая, втыкается очень хорошо. Попробую еще другим способом. Да. Конечно, ножики лучше, что там говорить. Но не все такие богачи. Есть люди небогатые. Альтернатива прекрасная. Просто вот, чтобы побаловаться немножко, как-то приобщиться к метанию. Ну, кто-то сам делает. Я вот считаю, отвертка — прекрасный вариант. Имейте в виду.